Всем привет, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я вам покажу, как удалить файл или же программу какую-то с компьютера. Ну, например, создать текстовой документ. Вот, можно нажать, правой кнопкой мыши нажимаем и удалить. Нажимаем «Да», он у нас появляется в корзине. Если у вас очень много объектов, уже можно нажать «Очистить корзину» или же правой кнопкой мыши по файлу или программе кликаем и удаляем. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Все, лайки. Комментируйте. Ну, с вами был Задрот Святого Лавла. Всем удачи и пока.